Всем привет! Вы на канале Виената. The American. We are located, мы в центре старинного города Sutter Creek. Зацените, какой старинный город в Северной Калифорнии. Hi. Люди стали и начали сказать, почему мы фотаемся за этой стеной. Не могут понять, почему. Ну да, для нас это... Вот так помахали. А для нас стена это дикая. Ну, в смысле, мы ее часто не видим, такие стены. Люди стали, начали почему мы так... So, ladies and gentlemen, добро пожаловать в старинный город. Здесь всякие маленькие антик магазинчики. Как антик по-русски? Антиквариат. Антиквариатские магазины. Всякие вина, ну всякие приколы. So, this is fun. Окунуться в настоящий путь. Мы в центре антиквариатного магазина. Эта картина стоит 1300. А эта картина просто 1000. И он тоже 1000. So, прикольно. А что это за игрушка такая? Аккуратно, не ломай ее. Одноглазая. Это такой детский уголок, разноцветные карандашики, открытки, кошельки, смотри, какие прикольные, сердечки. А смотри, look at this, жабка. Лена, что это? Шапка. Frog, скажи frog. Frog. Нет, брать ее нельзя, потому что это шоу. Смотри, сколько... Прикольно. Это, наверное... Пока самую дорогую вещь, что я вот здесь нашел, это $3000 стоит. А, нет. 2200, это сердечко. Из того, что мне понравилось, это вот эти модерные часы, да. Очень классно. А смотри, $2000 продается человек... Собрано из всякого мусора. Копеечка, 10 центов. Ключи разные. Всякие пуговички. Как называется вот это? Пазл. That's creative. Смотри, ни с чего люди делают $2000. Это ж креативность. Какие вот эти? Кстати, такие реалистичные, как будто какой-то animal. Это такой стол, по-моему, да? Идем дальше. О, классная дверь. Какой цвет? Лео, какая дверь? Какой это цвет? Дверь такой, да. Какая цифра? Какая цифра? Лео, что посмотри на маму. Лео, что вот это за цифра? Секс. Секс? Секс. А вот это? 7, правильно, молодец. Сто лет назад почти был построен этот театр. Театр. Такой маленький. О, кстати, 66-го Мустанг видели? Это был крутой, редкостный, коллекционный. Здесь много гифт-шопов. А мы ищем мороженое. Ищем ли мы мороженое? Мороженое. Смотри, как красиво. И здесь холодно, прохладно. Лео, ты хочешь в ресторан? Пойдем до мамы. Let's go. О, какая полицейская тачечка здесь. Найс. Ой-ой-ой, тут даже есть электрическая машина. Лео, как эта машина называется, белая? Это называется Tesla. Скажи Tesla, вон. А прикольный дизайн. Sutter Restaurant Hotel. Скамьи была уже. А это мороженое. Давайте зайдем, посмотрим, что у них есть. Шоколад. Yeah.
Прикольно. Okay, so we ordered, мы заказали молоко. Нам набирают. А что там, просто молоко? So, вот это стоит 4,50. Это 3,50. Nice. Thank you. What are we paying? Oh, order. Танечка, держи. Лев, будешь мороженое? Мороженое. А на улице нет? До свидания. Так, все садимся на... Можно поиграть на пиано. Вам даже заплатят цепс, чаевые. Тоже так же здесь можно играть любую игру. We can play домино. Шахматы, шашки. Конфетки, Лео, аккуратно. Аккуратно. И много-много игр. Смотри, шахматы. Scramble game. Войнушка. Ice cream was beautiful. Это был айскрим. Следующий у нас какой магазин? Старинная одежда. А вот Sutter Creek Auditorium. Это ихняя арена. Здесь проходят все концерты. Сюда приезжают Rolling Stones, Beyonce, Michael Jackson, ну и все такие. Наверное, Алла Пугачева в свое время. В 80-х приезжалось. Нет, конечно, шутка. Это же маленький город, никому не интересно. А это, наверное, церковь, да, стоит белая такая? Короче, это их центр города. Прикольные такие дамочки пожилые ходят, модницы. О, oh, check it out. Смотрите, что я нашел. Видите эти рельсы? Это обозначает... что этот город основан на золотоискательстве. At some point there was a gold rush at this city. That's what I assume looking at this precept. City. А, вот это не только аудиториум. Это город. Это мэрия их. Закрыто, вот закрыто. О, смотрите, речка. Сейчас мы туда пойдем. Еще один антик-магазин. Конкретный антик-вариант. Hello. Great. This is antique. Посмотри, Лева, look at this. Смотри. Лошадка. Наверное, свободная страна. Лева, все, накатался? Сколько стоит это? Посмотри, сколько. Всего лишь $28, так что можно ломать. Можно купить, вставай. Нет? Бэдис для женщин. Ложечки, наверное, серебряные. Чик, о, это действительно старинные, отжившие. У нас и бабушки была вот такая картина. Такая огромная на всю комнату. Плакаты, старинные плакаты. Элвис во Флориду куда-то приезжал в августе. Что это такое черное? Вот. Что вот это, Лев? Что это? Что это? Часы. Часы? What is this? Clock? Вау. Лев, знаешь, что это?
Присядь. Это старинный телефон. Берем и говори: алло. Алло. Привет. Прикольный. А вот это? А это уже современный телефон с такими кнопками. Клац, клац, клац. Алло. А вот это классный, старинный. А это классный. А это белый телефон, да, тоже современный. А вот еще какая пицца плюс. Пицца плюс. По сердечкам проходим. Вот детки купаются. Детки купаются в river. Nice. И мы пришли на большой мост. Заходи сюда. Иди за мной, Лео. Follow me. Вау, Лео бежит на мостику. А там у нас речка. Речка на английском как будет? River. Вау, какая высокая. И здесь золото. Плавает золото. А здесь парк какой-то. А, вон, там школа, наверное. А вон там школа. А, Лео, спускайся сюда. Come here. Лео. Сначала надо разбудиться. Будешь разбываться? Да? Ну что, мы зашли в воду? Идем по водичке. Вау, Лео идет по водичке. Чертики, намочил, окей? Ты уже намочил, конечно, целый. Хорошая вода? Water. Cold? Мы празднуем лето. Прикольная вода. А прикольно люди живут здесь. Вон человек во дворе у себя работает. Бассейна нет, Лет, есть просто водичка. Это просто вода, water. Скажи, cold water. И детки играются. Rocks? Yeah, are you throwing rocks? Бросаешь камешки? Какой rock? Беленький? Покажи. Бросай. Good. All right. И папа катается. Сюда папа не влезет. This is too small. Маленько. Что мы еще в этом городке нашли? Цивильную, классную, современную площадку для детей. И не только площадку, а мы нашли целое поле. Project Baseball. И вон площадки, горки всякие. Классно. Какой цвет косичка? Какой этот цвет, Лео? What color is this? Какой это цвет? Это косичка. Какой это цвет? Это черный. Не черный, это зеленый. Лео, ты весь мокрый, ты заметил? А вот это что? Красненькое, это что? Вот это что? Вава. Вавочка. А действительно, друзья, такое чувство здесь какое-то другое. Не городское, такое спокойство такое. Окружен горами, орлами, вон орел летает.
лесами. Такие люди, никуда не спешащие. It's just beautiful, ladies and gentlemen. Приезжать отдыхать в поселок. Удовольствие. Вон орел или коршун. Вот снова эта стена, за которой мы сфотографировались. О-о, чуть ли не сбили кого-то. И мы снова выходим на улицу. А вон сидит наша семья, Лео. Смотри, вон. Переходим дорожку. Направо-налево смотрим. Машины нету. Машины нету. We can go. Смотри, какая собака большая. Железная. Look at this big dog. Wow. Ты хочешь покататься? Привет, семья. Привет. Как у вас дела? Хорошо. Лео, у тебя тоже хорошо? А вы где были? Мы гуляли возле речки. Смотри, это шланга, чтобы поливать травкой, и вот такая птичка, воробей. Parrot. Sparrow. Смотри, какие романтические стульчики. А где мама, Лео? Улыбнись маме. Мама! Кресло-качалка. Лео, смотри, как кресло качается. Садись. Лео, ты пытаешься открыть дверь, которую ключ у тебя не подходит. Друзья дорогие, thank you for watching. Спасибо, что вы были с нами в старинном городе Sutter Creek. А сейчас со всеми попрощайся, помаши всем ручкой, Лео. Скажи всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока. Лео, тебе надо умыться. Умой все там. Лео, через 20 лет тебе будет смешно, как ты спал в машине. Окей? А мы едем дальше.